Вы хозяева лагеря. Сколько вам цветников понастроить? Газонов поразбивали. Газовая кухня. Прачечная. Телевидение. Интернет. Наместник низложен, лихие гвардейцы, надев парики и чулки. Под видом служанок пытаются скрыться, что ж, можно теперь отдохнуть. Прилечь на шинель и забыться. Или гулять по растительным рощам, которых не видел ни разу, где травы и камни до нынешней ночи доступными были лишь редкому глазу. Листвы костерок, дай мне в бою не намокшего кремня плавный пружинный курок. Здесь воздух наполнен и даже пространство бессмысленным запахом леса. На лавке, качаясь от лева до права, сидит неизвестная мне поэтесса. Ты помнишь, товарищ, окопы копали, лекарственный запах, горелую опоть, как лезли на стены, как рвы крепостные тела. Трусы до краев наполняли. Бабе лето, бабе лето, жёлтый листвы костерок, дай мне в бою не намокшего кремня плавный оружейный курок. А тем, кто в обозе или где-то при штабе, теперь не смешно, а обидно, когда наши бело-зеленые стяги всему мирозданию видно. Из темных темниц, что за стенками были, устроен для всех подземелья и парки, чтобы дети в присутствии взрослых глазели на крепкость камней и на качество сварки. Бабе-лето, жёлтый листвы костерок, не намокшего кремня плавный. Бабе лето, жёлтый листвы костерок, дай мне в бою не намокшего кремня плавный. Бабе лето, жёлтый листвы костёр, дай мне в бою не намокшего кремня плавный оружейный курок. Та-да-да-да-да. Та-да-да-да-да. Спасибо, родной. Ну, давайте сделаем маленький перерывчик минут на 10.